Я вспоминаю одну картинку, напечатанную давно-давно в «Комсомольской правде». Там, на этой картинке, был изображен такой северный дядя в бунтах, в теплой шубе, и рядом стоял маленький мальчик. А внизу вот подписано было: «Мальчик, ты чей?» И этот мальчик словами автора отвечал: «Я маманин, а когда вырасту побольше, буду папанин, а когда стану совсем большим, буду бабушкин и полечу на Южный полюс». Видите, вот это активное участие ребят во делах взрослых пришло, преемственно пришло в наши дни. Кстати, о рисунке, о картинке. Вы обратили внимание, как и о чем рисуют наши дети сегодня? А я очень много видел этих рисунков. Видел на выставках, видел в пионерских лагерях. И когда посмотришь, сразу по этим рисункам можно определить, чем же живут наши дети. В первую очередь рисунки, отображающие мир, дружбу народов. Потом идет Чебурашка, идет крокодил Гена. И множество таких рисунков, которые полностью отвечают за то, как живут, с каким настроением живут наши дети. А ведь были рисунки и другого масштаба. Вот у меня в руках альбом, который побывал во многих странах. Альбом с рисунками ребят Сталинграда. Как видите, детские рисунки времен Сталинградской битвы и детские рисунки сегодняшних дней совершенно отличаются один от другого. Памятая о том, что на Земле каждую секунду рождается два человека, мы должны с вами помнить о том, что рождаются они для мира, а не для войны. Солдаты Великой Отечественной дали нашим детям счастливую жизнь, ясное и безоблачное небо, радостные дни, возможность жить и рисовать веселые жизнерадостные картинки. И то, что мы сегодня строим новые памятники, возводим новые города и села. И то, что в нашем городе сегодня воздвигается замечательный памятник героям Сталинградской битвы «Панорама», это еще одно доказательство светлой памяти советского народа воинам, павшим за честь и независимость нашей Родины. Кроме подготовительной работы, чисто исследовательской, которая была проведена в Академии имени Фрунзе, в архивах, художники проделали огромную подготовительную работу по сбору этюдного материала, непосредственно этюдного материала. Были написаны много портретов непосредственных участников Сталинградской битвы. Работа велась не только над портретами участников, она велась и на тех героических местах Сталинграда, где развернулись самые ожесточенные бои. Много этюдов было написано прямо на моем кургане.
на этой главной высоте России, высота 102,0. Мамаев курган является тем местом, где мы стоим, где будет стоять зритель. С этого места он будет видеть развернувшуюся панораму сражения. Всячески хотели окунуться в ту атмосферу этих необыкновенных событий. Были моменты, которые, я считаю, трудно заново их сделать. Почему? Потому что фашистская техника, которая тогда еще была в довольно большом количестве, она подрывалась, танки добили пушки, понимаете, фашистские. Это производило, неизгладимый эффект. Учения, которые были проведены, очень здорово показали вот боевые действия нашей пехоты, танков. И самое главное, что это давало нам возможность запечатлеть металлом фашистским, действия нашей артиллерии, и особенно гвардейских минометов, знаменитых «Катюш». Это тоже зрелище совершенно ни с чем не сравнимо. Весь этот материал был, хорошим таким подспорьем в нашей работе над эскизом. Дело в том, что наш коллектив создал уникальный по своему масштабу эскиз. Эскиз размером 40 метров по длине, по окружности и почти 5 метров высотой. Первая советская панорама посвящена Сталинградской битве. Конкретное событие – разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это 43-й год, это заключительный этап Сталинградской битвы. Это 25-26 января 43-го года, когда немецкое командование отвергло ультиматум о капитуляции. Наше командование приняло решение расчленить окруженную группировку и последовательно окруженную расчлененную части уничтожить. Вот. Мы в своей работе преследовали наиболее точное решение этого сражения, как по документам, так и по конкретному месту. Дело в том, что место стояния зрителя на Мамаевом кургане. И то, что видно с Мамаева кургана, то вошло и в данный эскиз. События развивались таким образом. Части 62-й армии наступают навстречу подходящим с запада частям 21-й армии генерала Чистякова, где у подножья Мамаева кургана и соединились эти две армии. Таким образом, группировка окруженная была расчленена на городскую часть и заводскую часть. Но вы понимаете, что Сталинградская битва это сражение огромное, которое длилось не один месяц. И, конечно, воедино собрать все необыкновенное мужество, храбрость, мудрость командования, это просто невозможно. Поэтому мы, как и в классических панорамах, берем за основу один день. Мы допускаем в данной композиции и временные, и пространственные смещения. Вот. Почему? Потому что подвиг сержанта Сердюкова, предвосхитившего подвиг Александра Матросова, разве можно его не написать? Это ярчайшее проявление мужества советского человека было совершено здесь, на Сталинградской земле. Но оно не было совершено здесь, вот у Мамаева кургана. Но оно было совершено. И мы его приближаем, показываем, чтобы люди видели, что этот подвиг был совершен здесь, на Сталинградской земле. Подвиг матроса Паникаха. Это же удивительный подвиг. Удивительное проявление стойкости, храбрости и необыкновенного мужества. Разве мы можем его не написать? О нем знает весь мир. Вот. Но он был совершен во время оборонительных боев. Мы немножко смещаем по времени и показываем его, этот подвиг.
Ну, вот в день мы отбивали по 9 атак. Честное слово, по 9 атак отбивали. Кажется, счет ты уже сбиваешься. И когда бомбежка закончилась, наступление немцы перешли. А у нас ни один станковый пулемет не работает. Вот, вот здесь для нас. Потому что дым, пыль, мы со рта выдирали. С таким, бомбежкой, вы знаете, до 500 самолетов я своими глазами насчитывал в воздухе. Вот. И здесь мы проявили находчивость. У кого баклажка, у кого своя вода собственная, значит, поливали и заработали максимы. Вот здесь была радость неописуемая. Панорама «Сталинградская битва» – это уникальное полотно. Это будет самое крупное из существующих и в Советском Союзе, и за рубежом панорам. Высота холста будет 16 метров, длина холста – 120 метров. 1920 квадратных метров будет иметь холст. Конечно, предстоит огромная работа по созданию холста. Не менее сложная, не менее трудная задача по созданию предметного плана, который будет больше 1500 квадратных метров иметь. Вот. Но как бы ни были громадные размеры панорамы, они, конечно, не дают возможность вместить все, что было совершено здесь в период боев. Войска 62-й армии, наступая от Волги навстречу наступающей 21-й армии, как бы мечом разрубают эту окруженную группировку. И это показывается не только всем композиционным строем, массой войск, движущейся навстречу 21-й армии, но и светом, как луч света. Понимаете ли, рассекает эту черную группировку, и слева масса немецких войск, тут сконцентрирован весь огонь артиллерии, и заводская часть, где отсечена группа немецких частей, которая будет потом пленена в районе заводов. Они темные, они, понимаете, это здесь положено в основу вот извечная, понимаете ли, идея борьбы света и тьмы. Ну, всем, кому довелось участвовать в боях за Сталинград, тот никогда этого не забудет. Так, полки 13-й гвардейской дивизии занимали оборону от реки Царицы. Это был левый фланг и правый фланг, если смотреть со стороны Волги, это Мамаев-Курган. Здесь, где мы находимся, вначале занимал 42-й полк, потом 34-й полк занимал. Вот здесь как раз была и поставлена первая задача, это овладеть мельницем, опорным пунктом немцев. Когда немцы были выбиты, здесь обосновался штаб 42-го полка. Часто был и здесь генерал Родимцев. Для него был специально оборудован наблюдательный пункт на третьем этаже, вот справа окно крайнее, третий этаж. И Родимцев отсюда руководил боевыми действиями дивизии. Если мы сюда посмотрим, здесь вот как раз дом палуб. На этих местах разгорелись ожесточенные бои. Гитлеровцы хотели пробиться сюда, к Волге. Но надо еще сказать, что с первых же дней, как только мы замыслили, уже задумали, мы, конечно, привлекали огромное количество участников Отечественной войны, то есть и Сталинградской битвы. И будем привлекать. И все время их привлекаем, и они нам помогают в этом, так сказать. Вот в работе над панорамой очень важно создать, ну, так называемый эффект присутствия, чтобы человек, который вышел на смотровую площадку, он как бы включился в это событие, в этот день, как бы стал участником, непосредственным участником этого события. Восьмой гвардейской армии.
А мою дивизию не встречали 70-м гвардейском? Встречали. Она в Праге закончила бой. Да, говори. Дальше не дошел. Так хотелось отойти. Нашей дивизии пришлось воевать на этой Лысой горе. Солдаты, защитники этой Лысой горы, назвали эту гору Лысой потому, что в результате ожесточеннейших боев на этой горе было снесено смерчем войны все на свете живое. Для того, чтобы понять, насколько трудными и сложными были бои, достаточно поднять вот сейчас здесь, на этой Лысой горе, снег, и вы увидите, что на теле этой Лысой горы сейчас, спустя 30 с лишним лет, находится столько осколков. Тело этой горы представляет тело человека, лицо человека, перенесшего страшную оспу. Кстати говоря, здесь недалеко находится пионерский лагерь, где мне пришлось работать. 25 лет с ребятами. Они радостные, смеются, веселятся. И только первые шаги сделали по этой земле, они только посмотрят. Глянут они на эти осколки, глянут на эту сухую траву, и сразу вид у них меняется. Сразу у них настроение меняется. Была победа, была Курская дуга, было много сражений, где доблесть советского солдата была на самой высокой, что ли, степени. Вот. Мне кажется, что то, что принято правительствами решение о создании первой советской панорамы в Волгограде, посвященной Сталинградской битве, закономерно. Значение Сталинградской битвы настолько велико, настолько огромно, что панорама является естественным памятником этому величайшему сражению в истории войны. Годы, постарели ветераны, многих уже нет среди нас, но навсегда память человеческая запечатлела беспримерный подвиг и мужество советских солдат, и навсегда в наших сердцах осталась жгучая ненависть к фашизму. Ради счастья наших детей, внуков умирали солдаты, ради жизни на земле мы каждый день боремся за мир.